Нужно больше лома. Всем хайку. Всем хайку. Забытая крипта. Знаешь, видишь, я был все-таки прав. О, и я смотрю сразу прям нам шмоточка или что-то. Ты охренел? Ты видел, что он сделал? Да. Он спиздил наше оружие. Да. Ну, вообще охренел. А зачем ты вниз пошел? А наверху там ничего нет, это прыжок на этот нарез. Ну, да, ну, на так нам туда и надо, по сути, походу. Пойдем. Или нам все-таки туда? А. Ладно. Так. Так, ладно, поехали тестить. Поехали промахиваться, ага. Я бы сказал. Ага. Потестил. Неплохо. Уже неплохо, да. Хорошо потестировал. Ну такой себе. Нравится. Ауч. Ауч. Остановить разбойника 12 секунд, что? Мы, походу, провалили. Мы не получили пушку. То есть это еще и на скорость было. Кто же знал? Там писалось сбоку. Там не писалось время. О, теперь пишется. Где он только? Стоп, у меня фул хп. Так, ну я вижу пока только, как ты уклоняешься. Сзади. Больно. Беги. Больно. Беги. Я говорил, беги. Ты бы нахрен пошел. Так. Вот тут еще парочка есть людей. Видимо, которым мы не безразличны. Ага. Так, ну ладно, я неплохо их подзорвал. Но у меня кончаются патроны. Дай одну пачечку. А, у тебя сейчас некуда класть. Ну, такая себе, я пока не особо понял, как действует этот эффект. Если, конечно, еще попадать им. Рюкзак полон. Так. Это. Вон там что-то полезное. Фолиант, например, да? Угу. Качаем дальше катализатор. У тебя на сколько? Сейчас скажу.
16 катализатор. Не, на 11 пока. Па-па-па-пам. Так, я предлагаю сначала вот сюда вот пройтись. Определенно стало. Тем более, что вот здесь вот что-то есть. Цинкованное железо X2. Неплохо. А вот и ты. Дружочек. Надо перезарядиться. А, так вот он. Он сматывает, типа, от нас. Да. С каждым попаданием по нему мы, типа, счетчик назад отбрасываем. Насколько я понял. Ну, я не думаю, что он просто так исчез. Я думаю, что нам просто до конца лок надо дойти. Ну да, просто, типа, сколько хп у него к концу останется, вот вопрос. Ну да. Типа, можем его на фулл оставить, а можем не на фулл оставить. Типа того. Пойдем сюда сначала. А, нет, все правильно. Сначала в твою сторону. Да. Определись. Ну, я определился. Подберешь? С какими-то чертями приходится сражаться. Так еще и не живыми. Все время забываю, что можно зажать, и будет полезительная фигня. Вон там, кстати, сундук. А справа много всякой фигни. Вон еще одна. Слева. Иду. Оцинкованное железо. Это нам точно будет не лишнее. Так, наверх можно подняться, да? Здесь только сосуды. Блин, красивые корни сверху, кстати. Давайте, идите сюда. Ух ты! Опять очко. Ой, тут маленький. Да, вроде норм пока все. Более или менее. Чтобы меня всякая хрень не стреляла, было бы вообще великолепно. Не зеваем. Враги могут быть рядом. Так, у меня половина патронов от красных, так что если не жалко, одну оставь. Окей. А, кстати, походу, знаешь, в чем прикол? Фишка, походу, в том, что если бы мы его успели убить, нам могли бы дать доп-награду какой-нибудь. Стой. Ладно, хотела, ну давай. Там просто фиолетка лежит. Камень проворства. Прочитаем. Повышает скорость использования предметов на 25. Хани нашли множество применений кристаллам, каждый из которых было подобно чуду создания оружия и брони, лишь малая крупица общей мозаики чудес. Интересно, если мы перезапустили бы данж, он бы появился тут снова? А вот мы сейчас его и перезапустили, я тебе скажу больше. Это надо начало тереть. Нет, надо просто за очень короткое время дойти и убить его. Да убивается он несложно. Да, главное его просто найти в этот момент и мочить именно по нему. Мне кажется, мы просрали наш... Ну, кто ж знал. Но зато я вижу цинкованное железо. Просто ждем, что меня не забрали, мы в эфире пройдем его на кошмаре.
Ну, да. Только на этот раз уже на стриме, я думаю. Чего нет? Потому что смысл уже тогда записывать. Ну да, сюжет-то весь есть. Ну да. Просто катуш... аннигилировал. Катушечники прикольные, потому что... Он не ожидал от меня, видимо, такой подставы. Что-то вас дохрена, ребят. Мне кажется, у меня проблема. Тебе кажется? И все же мне кажется, что у меня проблема. Приколись, это второй шанс, и он сейчас, короче, там будет пытаться стырить эту хрень. Кто знает. В принципе, именно поэтому мы зачищаем, в надежде, что он появится. Ну да. Аккуратней. Катушечники злые. Где-то же у них должно быть этот крит. Я не заметил. Я заметил только, типа, защищенное место, но неуязвимое. Mm. Куда побежал? В начало как раз. Так, начало в другой стороне. Вот здесь оно. Ну ладно. Я думал, в другой стороне. Не, оно здесь. Почти максимальный катализатор. Два очка талантов и будет максимальный. Ну, видишь, где начало? Ну, хренушки, этой фигни здесь уже нет. Обидно. Пойдем. Мы лохи, мы не прошли на бонус. В какой уже раз? Во второй. Пока только во второй. Зато бабочку били одновременно. А, да, тоже верно. Ну, гляди тогда по карте, где мы еще не были. Мы, по-моему, в следующей локе где-то не были. Ну да, да, там, которая идет в другом месте. Погнали. Типа вот если отсюда пойти по прямой, и вот там вот мы еще одну локу не зачистили. Из всех пока что мобов никто не накладывал перегрузку. Типа в прошлых локах что-то на тебя накладывали, радиацию или еще что-то, а тут ничего. Хотя защита от этого есть. Странно, странно.
Вон, видишь, справа? Не вижу. Сверху. На М нажми. Ну, пойдем, в принципе, вижу. Близы, кстати, скосипорили, короче, с фигуркой Рагнароса. Мне Элка прислал ее. Ну, типа, а по виду. Да. Типа там... Ну, как тебе сказать, знаешь, вот когда у тебя персонаж прогружается, он же, типа, ну, не сразу прогружен, а такой, ну, с размытыми текстурами вначале. Но. Ну, вот здесь наподобие. А-а-а. Что-то как-то даже печально стало. Странно, я вроде видел других людей, вроде не замечал ничего такого. Может, ему, конечно, не повезло. Тогда это вдвойне печально. Ну, типа того, да. Так, что там, катализатор качал, по-моему? По-моему, теперь стреляют. Не по мне, я по ним. Вон. Вот твои любимые ящерки. Да пошли вы, опять по две. Ну, броня, кстати, неплохо защищает от них. Я теперь не так много урона от них получаю. А, ты её ж прокачал. Так, только вот теперь нам надо вот в эту сторону. Ага. Так. Кристальчики. И вот, видимо... Надо перезарядиться! Где-то здесь а вот можно еще... Вообще. Ну это да. Я просто смотрю, что здесь можно как-то вот сюда еще. Фундук. Лом. Хорошая награда. Ну слушай, либо ничего, либо такая. Уж лучше такая, чем ничего. Тоже верно. По-моему, мы здесь уже были. Хм. Не так сильно разнообразны локации, конечно, в этой. О, вау! Нет, здесь мы определенно не были. О. Ахри. Нет. А вот и объект. Охренеть. Mm-hmm. Чувствую, нам будут много люлеть. Давай сначала мы возьмем, наверное, вот эту. Лик лучезарных. Как раз таки, которой нам не хватало. Ага, это шлем. Да. И том. И люли. Да? И люли. А люли. Спасибо. Не благодари, дружище. Не благодарю. А вот и гниль. Так, кого бить-то согласен, в итоге? Согласен, вот этого, большого. А, вот этого-то? А он по урону не проходит? А, блин, по нему урон не проходил. Сейчас, погоди, что от заражения? У меня только один тоник остался. Как благополучно. Так, ну... Мы его, типа, убить не успели или что? Хз. Но зато мы получили томик.
А можно как-то его убить, нет? Или он теперь будет рандомно появляться и мешать нам? Возможно. Рандомно. Пока мы его не добьем. Да у него там почти хп нет. Ну да, мы его почти с двух ударов вынесли. Вопрос тебе только когда и где? Меня! Почему мы так идем? Не знаю, я надеюсь на появление кого-нибудь. Хм. Окей. Поехали тогда, даже не знаю. Давай обратку просто пойдем. Как шли сюда, так и пойдем обратно. Думаешь? А чё нет? Может, я кстати... думаю, никто не это не придет. Я думал еще к торговке сходить. Просто скорее за всего мы зафейлили. За этим сходить еще. За фруктами. Я их не покупал. А зачем они тебе? А мы тут были? Да. А фрукты, ну, реген хп, почему нет? На ласт босса. Да у нас вроде реген хп обычный есть. Нету. Есть красненький. Так. Красненькие маленькие бутылочки. Но он вроде слабее. Ну давай посмотрим, сейчас как раз тэпнемся от этой хрени. Да, та сильнее. Не знаю, сильно, но сильнее, видимо. Ты с чего ты взял? Потому что тут цифры меньше. Тут придется вот так цепаться. Сначала в блок, потом туда. Хотя, не, в блоке тоже можно купить. А. Так что не надо туда-сюда тэпаться. Можно просто в блоке купить у него сразу. А у него там есть. Тоники, кстати, есть. Окей. Ну, у него все там есть. Привет. Конечно. Ты же вот смотри. Настойка восстанавливает 1785 единиц здоровья в секунду в течение... А, 1,70 в секунду в течение 30. А это 2... 0,2 устанавливает. Получается, да? А, кстати, этим же талантом получается восстановление скилла. А слушай, нет у него. Нет у него? Ну, фруктов нету, да. Ну что, будем тэпаться погнали? Или забьем на это? Да погнали. Дело-то. Нужны вещички. Здравствуй. Давай, пару давай. ТП. До встречи. Привет. Кстати, закуплю у него кое-что. Вот это. Ну, жду тебя у камня полезать. Сейчас. Камень полезать успеем. Кстати, а нам баба что-нибудь скажет, если я к ним пойду? Про что? Ну, мало ли, может что-то новое. Попробуй. Давно я с ней не общался. Интересно, можно критануть блэкхолом в самого себя? Чего-чего? Думаю, можно ли критануть в самого себя блэкхолом? Да. Ты же тоже, по сути, как персонаж. Я могу тебя ваншотнуть. Ну, как и я тебя стрелой могу ваншотнуть. Можешь, у меня 20% шанс. Даже больше сейчас, по-моему.
Так, мы куда? К этой, да? Торговке, да. И потом уже пробуем открыть. Да. Ласт. Если это ласт. Будет смешно, кстати, если мы вот эти две недели ждали, хотя могли пройти, там, не знаю, за пару часов. Ну, чё нет. Оу, смотри, а у нее здесь что-то есть, но ее убили. Вот в чем прикол, чувак. Ты понял? Ага. Надо пора мстить. Только это, по-моему, чуть посложнее битва будет. Тут, кстати, твои любимые динозаврики. Так, на мне босс, короче, ладно. А, то есть не любишь ты все-таки своих этих? Да, не очень люблю. Не, вполне от босса достается, поэтому давай как-то. Ты охренел. Оу. Пока. Я постарался максимально его избавить от ХП. Что он дает? Шмотку получили. И талант. Снижение урона в ближнем бою, снижение урона в ближнем бою. Ну. Блин, ее, конечно, жалко. Согласен. А еще нам дали кольцо. Че за кольцо? Давай читай. Кольцо. Кольцо, кольцо, кольцо. Иди, лежи потихоньку. Найду его только. Ну давай я найду. Нам дали камень баланса до этого, потом... Острый камень, по-моему. Да, критический удар в ближнем бою накладывает эффект кровотечения, который наносит 100% от нанесенного урона. Тогда повязка... Эзлана. Повышает максимальный запас здоровья на 25. Да, было. Пожирающие критические удары. А, вот оно, кольцо стража. Снижает получаемый в ближнем бою урон на 15%. Нагалики присматривал за фавнами много-много кругов. Пусть же теперь его наследие присматривается тобой. Знаешь, в чем прикол? Ну. Это кольцо за 100 тысяч. Ага. Нехрен заламывать цену, сука. Видимо, у него не один покупатель был довольный. Видимо. Но прикольно, что они сделали босса сюда. Да. Че, у меня такое ощущение, что он запланирован так. Ну, то есть то, что он должен уходить сюда. Да, скорее всего. Вот это хитро так, а? Представляешь, если кто-то накопил 100 тысяч лома, купил, и только потом пошел, а там... Не, представь, если кто-то, короче, копил 100 тысяч лома, потом встретил этого дебила, пришел и понял, что ему досталось бесплатно. Он такой... И 100 тысяч ходит. Да. Такой тоже может быть. Он такой, серьезно? Так, всё, у нас нету в материалах ничего. У нас ничего нет материалов. Использовать зеркало в блоке 13. Нужные вещи... Да, погнали. У нее опять можно лом купить. Береги себя. Все, погнали. Да, сейчас я кое-что хочу сделать. Вот Final Destination. И купить у тебя кое-что. Чувак, дай. Хочу вот это у тебя купить. Отлично, все, я купил. Насколько мне не изменяет память, нам в блок 13 же надо. Угу.
через него пройти и спуститься вниз. Мне больше интересно, как вот эти двери боковые открыть. А, вот так? Прикольно. Я это видел. У меня просто анимация того, как ты прыгаешь. Стекло. Неплохо ты открыл, мне нравится. Интересно, как открыть эти двери? А, вот так? На пролом. Да, давайте вставим ключ к карте основателя. Кажется, ничего не происходит. В смысле? Ни ключ карты, ни карта основателя. Кстати, подожди. Хорошо, пойдем. Я знаю, куда еще можно уставить. Да, там была еще одна дверь еще ниже. Да, тогда подожди. Просто, а как вот это открыть? Есть какая-то секреточка? Ну, походу, да. А там еще и еще одна шмотка, наверное, лежит какая-нибудь, которую мы опять прокакаем. Ну, походу, да. А мы, я смотрю, победить ли по жизни? Ну, походу, да. Ну, самое главное, что до финального босса успел катализатор прокачать. Так, вот там что-то можно было включить, кстати. Или посмотреть. А, или выключить. Или выключить. Даже показан переход. Так, а мы, кстати, где-то здесь как раз были. А мы тут были. Там Том был, я помню. Том? Реддл? Да. А вот там ключ ставить нельзя? Можно, я тебя жду. А? Ну, наверное, можно. У меня других вариантов просто да нет. Па-бам. Так, давай я почитаю. Так, проверка внутренних систем. Доступ разрешен, чтобы продолжить нажмите любую кнопку. Команда административный терминал блока 13. Доступ разрешен. Диагностика системы. Ну-ка. Проверка связи. Так, проверка памяти. Завершено, завершено. Подготовка зеркала. Подготовка зеркала. Завершено. Ага. Пошли в зеркало. Это было громко. Пойдем в зеркало. Перемещение в зеркало. Там уже я кор не вижу. Да не только ты. Не я один зрячий. Да ладно. Спящий, да? Спящий. Ох, мать твою. Ты это видишь? Конечно. Я ведь тоже зрячий. Музыка такая еще. Как из какого-нибудь Silent Hill. Прям зеркало, зеркало. Ну, ровно повторяю. Оу. Ну, тут, да, кристалл, конечно. Так. Я до этого момента думал, что у нас единственный такой особенный кристалл. Ну, как видишь, нет. Он в другом параллельном мире тоже есть. L2, а, это еще ниже. У меня такое ощущение, что это просто часть, отделенная в параллельным миром, но при этом этим же. Просто типа у нас нет доступа к L2, а здесь он есть. Угу. Ну ты понял, о чем я надеюсь. Ну, в принципе, да. Контрольная точка. Я бы на самом деле присел. Да я уже присел. Что-то мне хочется присесть. Воу. Так, ладно, смотрим. И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий.
Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают, думают, что их жизни чего-то стоят. Дети не правы. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они не восстали, они проиграют. Их время ушло. Мы поглотим все. Доктор Октопус, ты что-то как-то это... Помолодел, я бы сказал. Малость самую, ага. У, Fire Strike! Он неплохо тебя так поэтовал. И меня еще видимо. Пока. Кажется, у меня проблема. Ты бы хоть при это предупредил. Я тебе сказал пока. Это не предупреждение, сказал бы тебе, дец. А что за приоритеты? Увеличивает размер восстанавливаемого хп от всех хилок. Я себя качну, что у меня регенерал с плюс хп с зельки красной. Осторожно! Крита? А если так? А еще раз? Не а мне? Крита. Мне крита. Нет, мне по лицу. А мне криту давай. Можно? Понял, стреляет. Там корни справа, слева, не знаю. Крита выплате, кстати. Да, но слабенькая. Которая на косарь урона. О, мне выпал зато. Еще выпало. Хорош. Точнее, выпало сначала просто хрит, потом... И я такой просто отвернулся от взрыва. На пафосе вообще. На пафосе. На мега пафосе. Жесть. На кошмарном это потом проходить. А слушай, у меня такое ощущение, что если мы убьем ребенка, типа, это будет плохой бэд-энд, типа, а можно еще его тут, освободить. Тут нету. Игра линейная. Разочарую себя. Ну ты, а как ты по факту убьешь? Ну ты все равно можешь стрелять по цветку, но по факту ж он не засчитает это. Никак. Она кошмарная в любом случае. Можно меня, пожалуйста? Можно меня? Можно? Я готов. Можно, пожалуйста? Пожалуйста. Можно? Можно? Я готов. Он готов, забирай его. Возьми меня с собой, детка. Не его, он невкусный. Возьми меня. Спасибо. Миш, я вкусный. Не спорю. А еще я хорошо умираю. Раз... Кстати, хп вообще не убавляется. Я знаю. 4. Это несы, сейчас будет убавляться. 5, 6, 7 и 8. Еле отскочил. Но дамаж ее, дамаж. Забей на меня. И в травду по пол ляма. Я его почти убил. Пробую воскрешать. Мне трижды крит вылечил, но почти убили тест. Все такое рандомное, но такое клевое. Ну это да. Можно еще корней, спасибо.
Давай так, и так, чтобы туда засосало хотя бы троечку. Спасибо. Три получается. Четыре. Пять. Шесть. Семь. На восьмом закончу. Прыгай. Прыгнул. Беги. Бегу, она все равно не меня. Давай. Готово, по-моему. Готово. Я почему-то в нее не попадаю. А, ну потому что закончилась стадия, прикольно. Да. Чисти корней, желательно как можно быстрее, и так, чтобы тебя не убило осколками. Тебе просто топорики в спину летят. Это так все хорошо было. Прощай, друг. Ну, смотри сам, добивать мне ее в Соляново или... Ну, фиг его знает. Я же, по идее, в любом случае тут. Или оружие, не знаю. Награду. Ну, да, ты должен получить. Тут, наверное, все равно. Можно, наверное. Сейчас по иронии ты умираешь. Просто ваншотом с пистолета. Третий да, глаз. Да, точно дали. Два очка талантов, серьезно? Ну да. Новый предмет. От меня еще шар. А, я не знаю за что, но мне одно очко талантов дали, поэтому походу мне его тоже засчитало. Мана спящего. Короче, опыт мне как минимум за квест дали. За босса не знаю. Тебе же два предмета дали или один? Два плюс талант. Угу, круто. И одно очко талантов. Так, ну смотрим, чем все закончилось. Угу. Мы вернулись туда, откуда все началось. Ну, собственно, вот как-то так. Мы прошли наконец-то эту игру. Да? Блин, я не ожидал, что она так быстро кончится. Вот, насколько я понимаю, нам сейчас дадут более сложный уровень. И если... если кое-кого никуда не заберут, то, возможно, мы даже будем это проходить на стримах. Да, там то-то просто надо обнулить мир и поставить сложность. Поспью. Тронь камушек. Тронь камушек. Мне же должно откинуть. Да. За то, что не дожил.
Земля, ядро, лабиринт. Так, а я могу настройку мира сделать и вот сейчас посмотреть перезапуск кампании. Из пепла, да, на кошмарные только для высоких высокоуровневых игроков. Да, можно. Смотри, нам дали отменяющий шар. Есть предположение, что это такое? Да, он сбрасывает прогресс, ты можешь распределить очки по идее. Да. Ну, ванна спящего. Ценный ресурс, добытый после победы над кошмаром. Может, бесплатно для создания мощного оружия. Репульсор! Выпускает снаряд, который отправляет цель в другое измерение на 8 секунд. После возвращения будет получать 1.5% урона от основной атаки репульсором в течение 10 секунд. Ну, точнее, 1.5x. Ну, не 2x, а 1.5x, типа. Я понял. Нам, кстати, дали самый полезный, наверное, талант с компании в этой. Третий класс. Бонус к урону в дальнем бою. Да, который нам очень не хватало, да, все это время. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Чё, на критах затащили? Уже это кольцо. Да, у меня, кстати, что-то прям залагало сейчас под конец. Что? Надеюсь, оно того... Что тебе нужно? В общем, ладно, ребят, если у нас... всё-таки, не знаю... Появится желание пройти это все на стриме. Если, как я уже сказал, кое-кого кое-куда не заберут, то мы это будем делать на стриме. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравится. Я постараюсь складывать, наверное, по две серии, но вы это услышите, когда будете просматривать последнюю. О, как она стреляет-то, покажи. Ох ты ж, прикольно. Чем дольше держишь прицел, тем ближе он сводится. Тем ближе, да. Угу. Прикольная штука. В принципе, я думаю, что особого смысла нет. Так, а как получается воспользоваться обнуляющим вот этим вот? Юзануть его прямо в этом, в инвентаре. Ну да, хочу сбросить. Итак. Выносливость. Короче, ладно, ребят, увидимся когда-нибудь. Всем спасибо, я там прокачаюсь без вас уже.